Здравствуйте, с вами опять интернет-канал Максимадзе. И сегодня я телефон забыл покрасить синий цвет, ну ладно. Зелененький, ну и пофигу. Сегодня, как я и обещал, будет еще одна бонусная серия по GTA 5, последняя уже наконец. Winter Edition. Мы посмотрим на две плохие концовки в зимнем режиме, причем еще и в светлое время суток. Во-первых, сначала... Так, убить Тревора или убить Майкла? Это обе плохие концовки, но убить Майкла — это самая плохая концовка. Давайте начнем с убить Тревора. Стив Хейнс приказал. Давайте. Посмотрим, что будет. Франклин, как дела? Чё, как куришь? Надо побазарить в тихом месте, окей? Да, для тебя все что угодно. Может, в восточной части города, рядом с Эльбурро. Ну, можно и там. Встречу тебя, окей? Так, давайте его покрасим. Blue Angels. Да. Франклин, как оно? Майк, надо поговорить с Тревором. Понимаешь, пришло время для того самого разговора. Ай, чтоб тебя. Ну ладно, окей. Агенты ФРБ хотят завалить его, а Дэвин Уэстон хочет завалить тебя, так что... Ну ты понимаешь, кого придется убрать. Да, только не меня, блин. Вот именно, встречаемся в Эльбурро Хайтс. Поможешь? Не знаю. Ладно, твое дело. Фрэнк, я попробую. Так, я запустил лицензионную версию, а не пиратскую. Потому что у меня именно там это сохранение осталось, где можно концовку выбрать. Поэтому у меня и телефон не был разукрашен. И вот машина опять стала белая. Не зелененькая, какая должна быть. Ладно, Тревор у нас вообще хрен знает, где на конце города находится. Хотелось бы лучше такси вызвать. Слезай. Лучше такси вызвать, а то долго будет очень. Привет, мне нужно такси. Машина уже выехала. Я это поставил. Я остановил время, чтобы полюбоваться на концовку в светлое время суток. А то все эти две. Просто эти две концовки, они же в темное время суток. А я хочу посмотреть на светлое время суток. Надеюсь, что и вы тоже. Темное время суток они выглядят, конечно, прикольнее, но в светлое время суток тоже интересно посмотреть. Секунду. Я сказал, время назад поставь. Во. Здорово, как делишки? Да все шикарно, Ти. А ты как сам? Да, в шоколаде все. Я знаю, в чем тут дело. Серьезно? Да, конечно. Опять Майкл. А ты пришел меня уговаривать? Только вот я не согласен, понятно? Не согласен. Может быть, когда шум уляжется, но сейчас я против. Дело же в этом, да? Ну? Да, так ведь? Я проблема не в Майкле. Ти, ты мне нравишься, но иногда пугаешь до усрачки. До жути. Но, с моей точки зрения, с точки зрения нормального человека, вся эта фигня вообще ненормальна. Из-за тебя нас всех убьют. Ты меня завалишь? А? Меня? У нас с тобой всегда по чесноку все было.
Извини, чувак. Знаю, ты всегда мне говорил правду, но правда это не то, что мне сейчас нужно. Ах ты предатель, блин! Да, гнаться за ним, это, конечно, не очень-то весело. Ух, еще и машину в этих горах заносит. Подожди, давай поговорим. Тревор, подожди. Тревор, подожди, ну... Это что такое, алё? Что это за глюки сейчас были? Не, серьезно, что происходит, я не понимаю. Что-то я не понимаю, что вообще с графикой творится? Ни разу не помню, чтобы у меня так было. Блин, а чё он даже не сопротивляется, мог бы попробовать пострелять хотя бы. Долго еще ездить, а? Ты где? Я гонюсь тут за типа нефтяного месторождения. Так, я недалеко. Постарайся задержать его. Ладно. Майкл! Ах вы скотина, а. Я думал, что тут всего один предатель. Они меня просто окружают. Фальшивые мадафаки! Хотите отгрести? Подходите, скотины. Хотите убить меня? Стреляйте, бля. Кончай его, Франклин. Нет, я не могу. Он все-таки лучшим другом был. Не могу, не могу. Ах, черта. Ты всегда любил бензин, Тревор. Да он же твоим лучшим другом был. Fuck you. Знаешь что, Варри? Пора тебе уже повзрослеть наконец-то. Я знаю, что я дебил и все такое, но он был законченным ублюдком. Полным отморозком. Никак остановиться не мог. Ни на секунду. 24 часа 7 дней в неделю. Каждый божий день, постоянно. Никогда ни о чем не жалел. Ни о ком не думал.
Пошел он нафиг. Я хочу сказать, есть всему предел, парень. Понимаешь, может быть, когда даже такие ублюдки... Хватит, это край. Хлебка из человечины. Это мой предел. И теперь я это понял. Ну, значит, тогда все, чувак, да? Ну, видимо, да. Эй! Я многое понял. Главное выжить, Франклин. Все остальное — это фигня. Сказки, в которые верят трусы, которые ссут правде в глаза. Любой ценой, парень. Выжить. Точно. Такая вот концовка. Ну, в темное время суток она все равно все-таки лучше выглядит. Там это... Сцена, где Тревор горит, она как-то лучше выглядит. Ну, светлое время суток тоже было бы интересно посмотреть. Так, у нас тут титры идут, блин. Не знаю, будем ли мы смотреть на последствия концовки. Бонусной серии по оригинальной GTA 5 мы уже смотрели, и не знаю даже. Посмотрим, наверное, то, что не посмотрели. Не уверен. Да, давайте титры, пропускайтесь. Ух, наконец-то мы сделали дело. За Тревора играть больше нельзя. Ну, вы сами знаете почему. Тревор куда-то пропал. Не знаю, что случилось, да и не хочу знать. Перевел его долю за последнее дело на ваши счета. Поддержите его деньги для него. Сообщение от Лестера. Да чё тормозить-то всё, алё? Ух, сколько дерьма ты навалил. Ты что сожрал, а? На диету, видать, тебя сажать придется. Так. 40 миллионов долларов. И Майклу, и Франклину досталось. Доля Тревора пополам. Да блин, что с графикой-то, я ничего не пойму. Ни раз такого не было на записи. Чтобы вот такие с графикой проблемы были. Окно так и не может прогрузиться. И ударить по нему я не могу даже. Да что такое, алё? Ничего вообще не понимаю, бля. Так, ждем звонка от... Ждем звонка от Стива Хейнса. Когда он там будет. Фиг знает. Ничего себе, машинка маленькая какая. Я сделал это. Знаю, хороший песик. Ко мне приходил Дэвин Уэстон. Он хочет, чтобы я замочил Майкла и отпустил Тревора. Значит, ты должен был замочить обоих. Ну, ты не можешь поговорить с Дэйвом. Он может разозлиться. Дэйв ничего сделать не может. Ему вообще повезло, что я разрешаю ему своими бумагами пользоваться. Еще немного, его уволят даже без пенсии. Можешь ли ты что-нибудь сделать? Да, могу поговорить с Дэвином. После того, как Мэриуэзер потеряла лицензию в этом штате, он все еще и раны свои заливает. Ладно. Я слышу, что друг у ФРБ может пригодиться. Слушай, мы в расчете. Больше мне не звони. Так, ну и все.
Правда, вот есть одна не ошибка от разработчиков вот здесь. Неважно, какую мы концовку выберем, вот на этом сайте все равно появится пост, который сообщает о том, что Стив Хейнс убит. Это ошибка разработчиков, я на 100% уверен. Но о том, что он был убит Тревором, и там, и именно на этом, на той площадке, где он снимал свое шоу, не написано. Только здесь написано про то, что Хейнса убили. Я абсолютно уверен, что это ошибка разработчиков. Но если верить во все, что не написано, то, видимо, Стива Хейнса в любом случае кто-то убивает. Просто по другим обстоятельствам. Знаю, что это сделал ты. Не могу сказать, что мне это нравится, но уже ничего не поделать. Давай вести дела так, что словно ничего не случилось. Об этом больше никогда вспоминать не будем. Не будем мы, наверное, смотреть, какие там звонки еще будут. Да там их и не будет, это почти. После этой концовки. Там еще Рон Майкл пришлет сообщение о том, что пошел ты нафиг, ты убил моего друга и так далее. Франклину не пришлет, потому что Франклин и Рон вместе не появлялись ни разу. Ладно, погнали дальше. Хочу посоветовать вам, дорогие друзья, интернет-канал под названием Andrew Sam. Парень снимает различные видео и прохождения по игре «Как достать соседа» и не только. Несмотря на то, что у него всего 300 подписчиков, он делает очень интересные прохождения, на которые я вам советую взглянуть. Так что переходите и подписывайтесь на его канал. А теперь посмотрим, что же будет, если выбрать вариант убить Майкла. Я перезапустил сохранение, поэтому раскраска телефона не сохранилась, к сожалению. Эй, как дела, парень? Даже не знаю, надо поговорить в тихом месте. Ладно, слушай, давай сгоняем за город. Ты да я встретимся на 68-м шоссе. В поле с спутниками и антеннами. В такой дали? Ну ладно. Да блин, что за подгрузки? Почему так тормозит? Я что-то ничего не понимаю. Можете прислать такси побыстрее? Да не вопрос, такси подъедет через пару минут. Так, а почему метка Майкла не отображается нигде? Фрэнки, Ти, у меня проблемы. Придется убрать Майкла, походу. Придется? Да, ФРБшники пытаются вынудить тебя шлепнуть, а Дэвид Уэсли хочет, чтобы я Майкла шлепнул. Я подумал, что если я это сделаю, то выиграю немного времени, понимаешь? И зачем ты мне это все рассказываешь, а? Я делаю это ради нас. Я подумал, ты мог бы... Нет, не мог бы. Ты хочешь предать его? Моей жизни предателей было предостаточно. Ты мог бы сказать хотя бы спасибо, блин. Да вы два сапога пара, блин. А, вот, метка появилась. Надо было подождать звонка Тревору. Разобраться с Майклом. Пропустите, сказал. Надо было подождать сначала. Так, ну давай быстрее, грузись уже, а. Что за загрузки долгие, серьезно, блин. Ого, другое дело. Так, время у нас на паузе стоит, я надеюсь. Да блин, ну чё так тормозить-то, алё.
Нет, время опять движется. Привет, кореш. А, здорово, как дела? Как будто не в себе. Да, жизнь фиговая, понимаешь? О, печально. Подожди-ка. Эй, как дела? Серьезно? Трейси? Колледж? Наша Трейси в реальный колледж? Да ты шутишь, что ли? Это же великолепно. Так, ну ладно. Поговорим попозже, окей? Мне тут надо кое-что уладить. Ну все, пока. А, Аманда. Хочешь, чтобы я привел тебя поужинать с нами? Зайдешь как-нибудь, да? Я же не знаю, почему мне так офигительно везет, а? Я вернулся, детей, жену, любимую работу. И у меня все получилось. Точнее, у нас. У нас с тобой, бро. Что? Чувак, ты знаешь, что мне ты нравишься? Я всем ради тебя рисковал. Эй, что такое, бля? Ну, слушай, чувак, мы оба ведь знаем, что все еще не закончилось. Мы оба реалисты. Ты что за фигню ты несешь, а? Ты... хочешь... Ты пришел, чтобы завалить меня? Ты... Да. Напоминаю, что Франклин и Майкл, они были как отец и сын, поэтому вариант убить Майкла — это самый фиговый вариант. Ну куда? Прям по рельсам, что ли? Ну, за Майклом гоняться долго не придется. Он не будет долго ездить. Вот около этой электростанции он уже сейчас остановится. И че с машиной вообще? Блин, Майк. О, а теперь машина нормальная. Да блин, че реально с графикой-то, я ничего не пойму. Это было трудное решение. Но я другого выхода не вижу. Мы в тупике, только я выбраться могу. Франклин, да ты был мне как сын. Мы просто использовали друг друга, вот и все. Покончим с этим, здесь и сейчас. Майкл, я должен позаботиться о себе. Вот этим-то мы отличаемся, что заботимся только о самих себе, блин. Промахиваюсь. Не, пули не действуют на него, он бессмертный пока. Кто подбил тебя на это? Тревор? Ты идиот, мы вместе его замочить должны. Давай завалим Ти, прямо сейчас, вместе с тобой. А, Франклин, я же тебя опустил в свой дом. Ну давай, скотина. Я же сам тебя всему научил. Не всему. Я жил здесь задолго до тебя. И останусь после того, как ты сдохнешь. Это мы еще посмотрим. Мудак. Я тебя одной левой сделаю. Одной левой, блин. Да? Как два пальца обоссать.
Я был просто шестеркой. Ты в любой момент мог меня пришить. Гандон. Говори, что хочешь. Совесть ты этим своим не заткнешь. Я сужу по жизненному опыту, чувак. Люди ведь нифига не меняются. Но ты изменился. Ты шестерка, которая стала семеркой. А сейчас ты собираешься завалить единственного человека, который относился к тебе по-человечески. Нет, я тебе доверял. Взял к себе. Относился как к родному. Майкл, давай просто... Fuck you! Ты сам говорил, что я пойму, когда настанет время. Прости. Ты смертик, долбанный. Надо было еще прикончить тебя, когда ты ворвался в мой дом первый раз. Прости. Как ты и говорил, все понимаю. Да нифига ты не понимаешь. Я все, что у тебя есть. Ты принял неверное решение. Офигенные пиксели. Ну как все? Это твой кореш Лам ЛД. Ламар, это я. Просто хотел узнать, как ты там, друг. Может, потусуемся, я не знаю. Типа, подбазарил ты. Это было жестко. Но я совсем разобрался. Да в жопу это все. Ты же знаешь, как оно бывает. Только разбежись. Как ноги вдруг отказывают, и это все финиш. Ну ладно, звякни меня как-нибудь. Мы же братки, да. Мир тебе. Ну еще один конец. Кстати... Если вот такой вот тренер есть, можно включить. Вот эту вот камеру надо было в концовке с Тревором тоже ее включить. Но там, по-моему, ничего интересного не было. Тревора мы там бы не нашли. А вот, смотрите. А вот и Майкл. О, видите, он жив. Не так ли? Интересно, а на него переключиться нельзя? Давайте попробуем. Да, но мы как бы переключились на него, только играть мы за него не можем. Так, как видите, Майкл жив. Так, все, давайте это все пропустим. Но Тревора, по-моему, не было бы там. По-моему, я видел видео, где один чувак тоже показывал это все. Да чё за тормоза, а? Забыл, кстати, сказать. Если выбрать концовку убить Тревора, то Майкл и Франклин больше не смогут встречаться, тусоваться и так далее. Как Майкл говорит, что он хочет время, которое может провести без него. Чуть позже он пришлет сообщение, в котором говорит, что если захочешь потусоваться, то звякни мне и так далее. Но, тем не менее, даже после этого сообщения тусоваться с ним нельзя будет, к сожалению. Если выбрать вариант убить Майкла, то от Франклина отворачиваются абсолютно все. Включая отморозка Тревора, который скажет Франклину, чтобы тот держался от него подальше.
Да, не подобьем мы этот самолет. Так, после этой концовки Дэйв Нортон Тревору пришлет сообщение. Давайте сейчас мы прочитаем его, как только убьем того, кто собирается на нас сейчас напасть. Майкл умер, на этот раз по-настоящему. Надеюсь, никто из вас не имеет к этому отношения. Я все переведу. В любом случае, его долю вы не получите. Я все переведу его семье. Лестер. Получены средства. Это доля Тревора. Доля Франклина также переведется ему. Дружище, давай проясним ситуацию. Письма Брэда писал я. Все письма. Твои тайны я не раскрою. Успокойся, перестань психовать, и тогда люди не будут стремиться тебя завалить. Отвечать не нужно, держись от меня подальше, Дэйв. За Майкла играть нельзя, сами знаете почему. Фух. Ладно. Был чувак один, такой ютубер, точнее он и сейчас снимает видео, Райли. Вот он делал видос, он называется «Что будет, если Майкл встретит Аманду после смерти Майкла?» Нет, окна так и не прогрузились. Несмотря на это, следы все равно появляются здесь. Вот он читал сообщение от Лестера, что и долю Майкла мы не получим. И Франклину вон только пришло сообщение, только что была осуществлена транзакция. Пришло сколько? Несколько миллионов долларов. Больше десятка. 17, что ли, если не ошибаюсь. И вот он начал удивляться. Как так-то? Лестер же сказал, что долю Майкла мы не получим. Как так? Серьезно? Что за бред-то? Он не понял. Он тупанул немножко. Это же доля Франклина была, а не доля Майкла. К сожалению, жаль, что никто в комментариях об этом не задумывался и не поправил его. Я там написал комментарий, но этому ролику уже почти 3 года, и он этот комментарий уже точно не увидит. Никто его не увидит. Я понимаю, ты сделал то, что должен был сделать. Давай вести дело так, что словно ничего не случилось, и не будем вспоминать об этом. Окей. Значит, это сделал ты? Нет, говорят, это Дэвин Уэстон или кто-то там из них. Когда будет звонок от Дэвина Уэстона, Таля? От него еще звонок должен быть. Ну, я жду, давай быстрее, блин. Наконец-то. Франклин, ну и чё, как дела? Ты говоришь как-то снисходительно со мной, как расист. Да, не ной. Неужели это снисходительнее звучит, чем приказ замочить своего любимого дядю? Ну да, я так и думал. Как все прошло? Дело сделано. Ты должен был меня отмазать от ФРБ. Я не выполнил их просьбу замочить Тревора. Это уже сделано, кореш. С боссом Хейнсом мы уже поговорили. Ладно, и что теперь для меня работа есть? Клин? Была, только ее сделал пижон. Сейчас посмотрим твоих полезных список твоих полезных качеств. Оба, а они все закончились. Дам тебе один совет. Поступи в бизнес-школу, потому что обучение в школе клоунов тебе в пользу не пошло. Fuck you. Там будет несколько... Там будет два звонка от Джимми, сына Майкла. Второй из них это... Он там узнает, что его папу убили и... Пошлет Франклина нафиг.
Аманда еще пришлет сообщение, в котором пожелает Франклину гореть в аду. И Тревор еще потом скажет, что чтобы Франклин от него держался подальше. В убежище нельзя доставать оружие. Жалко, жалко, жалко. Я тебе не верю. Клянусь, ты знаешь, Майкл дебил. Но он был моим другом. И людей я не убиваю. Даже таких, которые любят окунуть меня дерьмо. Да брешь ты, бля. Ну и Тревор потом напишет сообщение, и я сдать тебя не желаю. Вот такие вот две плохие концовки. Самая нормальная концовка — это вариант убить Майкла. Ой, это самая плохая, точнее, концовка — убить Майкла. А самая хорошая концовка, это спасти обоих. Надеюсь, большинство игроков выбирают ее. Ладно, на этом мы закончим, пожалуй. С вас лайкос, подписос, с меня эпичнее видос. Подписывайтесь на мой второй канал и на группу «Минутку». Алло? Фрэнк, ты с моим отцом общался? Его уже давно не видели. Да, нет, не видел. Супер. Мама уже реально с ума сходит. Да, подписывайтесь на мой второй канал и на группу ВКонтакте. Всем пока.